мои дорогие друзья, подписчики, сегодня мы с вами сделаем разбор на песню «Страдания» из кинофильма «Белые росы». Ну что, поехали? Тональность ля минор, играю одним пальцем. Поехали. Еще раз. Тональность у нас ля минор. Начинаем от ре. Теперь сам куплет. Повторяем. Перейдем к басам. И заканчиваем проигрышем, который, кстати, был у нас в начале. Друзья, спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну и до новых встреч!